Друзья, всем привет! Гуляем по Оби, посмотрим, что здесь убыло, что прибыло. Может, что-то новенькое появилось в цветах. Посмотрим с вами вместе. Кофе 399 рублей. Вот такие большие уже, кстати. Красивые листья, у них глянцевые нефролеписы. Green Lady 699 рублей. Цены тут такие подросшие, смотрю, полосатые, прям уже тоже. Вот у меня просто зелененькая тоже, вот стал ствол оголяться вот так вот, мне уже так не нравится, я его подрезала, поставила в воду, теперь ждем, что из этого будет. White Surprise 699, наверное, сюрприз. Вот такая 469 рублей. Вот эти с лимонными полосочками. Красивенькие. Вот, у меня вот такая вот зелененькая, которую я почикала сейчас и жду, когда она корешки даст. Так, драцена. Вот такая маленькая, небольшая. Десятка, наверное, горшочек. 11 даже написано. 400, что-то тут уже 69, 469 рублей. Здесь бонсайчики, которые я вам показывала уже. Сейчас пойдем вот эти посмотрим, как я хочу себе вот такой большой вообще. Вот такой цикас стоит 3 300. Ну, шикарно, шикарно смотрится. Вот именно хочу вот большой. Вот этот поменьше рядом с ним стоит, хотя горшки одинаковые. Но этот более такой раскидистый, а этот вверх. Ну, очень красиво смотрятся они прям. Пахирой. Почем у нас пахирой? 1300. Пахира грин. Ствол переплетенный. Тоже симпатичное растение. Фикус большой, красивый. За 10 тысяч. Этот вот. Ой, какое сегодня солнышко. Кучерявый хлорофитум бони. Тоже красивенький, но я его никак тут не могу повернуть, чтобы посмотреть, сколько он стоит. Так, цикламены. Сейчас посмотрим. 299. Вон таблички белые. Красные тут такие есть. Белые, красивые, конечно, нарядные. И вот эти маленькие минки. Это может они 299, скорее всего, да. А вот эти побольше все-таки подороже, наверное, идут. У них большой горшок. Да, эти 429. Я тут неправильно сказала. Так, фикусы. Вот такие. Ну, смотрю, тут порядочек навели. Так, 329 рублей. Ну, как бы расставили, освежили, но новенького я особо сильно ничего не вижу. Вот такой флебодиум красивый. 1300. Blue Star. Хорошие такие большие вайки. Симпатичный. 399 рублей. Вот эти маленькие кодиумы. В маленьких горшках. Вот эти побольше уже идут подороже. Они уже 449 рублей. Ну и, соответственно, там, которые еще больше, еще чуть-чуть дороже. Почему так? Так. Ой, вот этот вот сколько стоит у нас? 1999. Да ладно. Ну, маленький горшочек, и это кандидат на оценочку, я вам скажу. Наверное, он скоро в оценке появится. Написано растение Spatifilum Verde 1600, но это вот эти большие. А вот те еще больше, те, наверное, еще подороже, да, 6000 те большие. Вот бонька еще маленькие, поменьше. Ну, сколько-то тут бонита, наш красавчик-то стоит 299, что ли.
Да, мешает листик посмотреть. Ну и бегония. Красиво, вот декоративно-лиственные. Уже начинают потихонечку тут пропадать. Уже надо их срочно покупать. 369 рублей и 449. Асплениумы опять же. Еще их здесь много. 399 рублей. Асплениум нидум. Пеларгонии. В тот раз я заходила, были другие цвета. Такие малиновые, помутненные такие. Теперь вот такие лососевые. Красивая пеларгония зональная. Сейчас 369 рублей стоит. Ну, еще розовые есть. В общем, вот такая теперь гамма пеларгонии. Вот, красивая. Пойдем. Крупномеры я уже сегодня не пойду. Я их все время показываю. Они одни и те же. Вот бегония. Что еще хочу себе такую бегонию купить? Вот такую тигровую. Как она правильно называется? 299 рублей, по-моему, они стоят. Вот эти вот подвесном кашпо. Сейчас они все по одинаковой цене. Тут пепероми. Да, вот 299. Пепероми, бегония. Антуриумы. Антуриумов тоже давно завоза нет. Это все старенькие цветочки. Вот цвет очень красивый. Такой антуриум ковали 1899 рублей. И вот такой. Это уже горшок еще больше. 1999. Так, сейчас проедут, очень шумно. У этого горшок 17. Фикусы кумила. Ой, что-то фикусеныш заваливается. Что-то он заваливается вообще. Его нужно пересаживать, прямо ставить. Потому что он сам как бы и не шатается вообще. Крепко стоит, ну вот наклоненный. Так, кумила 289 рублей. Вот такие фикусята по 2500. Так, аспарагусы вот эти симпатичные тоже, как елочки. 699 рублей. Ситоцеус сортик. Маранты. Триколор обычные еще. Тоже их постоянно показываю. Их тоже никто не берет. Их много. Ну, потому что цена дороговастая на них. 949 рублей. Такая маранточка. Опять же, агланемы шикарные. Вот эти, конечно, красивенькие. Мария 1400 рублей. Но цену бы хотелось поменьше, конечно. Растения. Так, герберки 429. 15-й горшок. Но это которые побольше там, да? Это же, ну, совсем не 15-й горшок. Это маленькие. И, кстати, в этих упаковочках это наш производитель, московский агрохолдинг. Наши герберки. Вот, смотрите, какие еще сорта есть. Все маленькие. Такие малявочки. Сейчас посмотрю, сколько стоит. Так. 299 рублей вот эти мелкие. Цвет шикарный. Так, вот эти не помню, агланемки были, нет. Так, ну, судя по горшку, по бумаге, уже такие 1400
рублей 13 горшок. Хорошенькие тоже, красивые. Ну что тут осталось, орхидеи вам показать, какие есть. И еще розочки там свеженькие пришли. Смотрите, какие. Так, вот эти малявочки, сразу цену посмотрим, один вытащим. 869 рублей. Такие. Так, вот эти по 799. Вот этот вот большой дешевле, чем вот эти вот маленькие. А вот этот вот так густо цветочками укрыт, вообще просто шикарный, смотрится хорошо. 869 рублей тоже. Красота. Желтенькие, как же без них. Вот эти вот красивые, сейчас покажу окраски. Ой, вот этот тоже хорошенький цветочек, красивый. И пятнистики, прям все хочется, и это, и то. Ой, вот тоже. Но этот я постоянно его замечаю, нравится мне такой окрас. Он непонятный, он и не желтый, и не розовый, и не оранжевый. Вот что-то там намешано, так симпатично смотрится. Ну, здесь вот царство розовое уже такое. Смотрите, все разобрали. Там вот встречаются, конечно, пестрики. Там вдалеке сейчас попробую приблизить вам. Вот так вот. Вот они. Ну, в основном беленькие, розовенькие уже, конечно, подразобрали это все дело. Пойдемте. Здесь вот все как обычно. Цитрусовые стоят на своих местах. Цена 2300 и 2400. Ну и те большие, конечно, лимоны там подороже. В больших горшках. Хлорофитумы. Хлорофитумов тут очень много. 329 рублей. Вот такой вот обычный. Один там стрелу уже пускают такую. Длинную, предлинную. Ну и в суккулентах тоже все. Новенького нету особо ничего. Тут просто навели порядок, а новья нету. Я вот смотрю, уже ни здесь, ни здесь, нигде нету новенького ничего. Замиокулькас. Ой, кстати, вот ценочки была, но там видео выйдет. Не показала вам, там тоже был замиокулькас на оценке. Я забыла его показать. Видео уже сняла. Ну, там 1000 с чем-то, что ли, насколько я помню, стоит. Так, что здесь такое? Да, начинает скучненько ходиться, потому что нет новеньких завозов. Надеюсь, уже скоро они порадуют новыми цветами, потому что это все уже очень давно. Вот симпатичное кашпо вам покажу. Смотрите. Вот эти новенькие, их не было в виде лейки. Керамика. Я так думаю, это белые, желтые, зеленые. Симпатичные. Так, и нет опознавательных знаков никаких, ни состав, ничего, ни цена. Пока еще не вывесили. Вот такая, друзья, прогулочка. Сейчас покажу вам розочки в начале. И все. И так вот быстро я пробежала, потому что ничего нет. Вот они, свеженькие. В тот раз я была, они были не такими бодрыми. А, кстати, интересно, куда же они делись-то? В оценке их нету. Вот смотрите, 349 рублей. Были 419 розочки. Вот их недавно поливали. Мат
весь в воде, не политая. Так, и здесь что еще есть? Это вот такая колотейка. Большая, здоровая, прям можно сказать, медальон. Ну, это, конечно же, не медальон, 19-й горшок, 4700 такая стоит. И вот еще какие тоже красавишные, тоже огромные. Цена 4700. Это у нас, ну, опять же, колотей медальон. Не знаю, почему они так называют неправильно. В общем, вот такие цветочки здесь, друзья. Если вам было интересно, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь. А я с вами прощаюсь. Пока-пока.